Друзья мои, добро пожаловать! Это Булли! Да-да-да, самое интересное, что он вышел на мобильный девайс, и мы сегодня поиграем на айфоне, посмотрим, как вообще это играется. Легендарнейшая игрушка! Это, по сути, GTA, только в мире школьном таком вот. Джимми, пожалуйста, скажи что-нибудь. Джеймс? Джеймс, какого... Ты кто вообще такой? Мама мне говорила не общаться с незнакомцами. Пожалуйста, Джимми, веди себя нормально, мы сейчас приедем как раз в школу. О боже, я никогда не проходил эту игру. Я играл в нее, но не проходил для канала. Если вы хотите прохождение именно ПК-версии, пишите об этом в комментариях и ставьте лайки. Я не буду тебя любить и уважать, как будто мне настоящий отец. Заткни пахало свою твою мать. О господи, это ж феноменально. Вообще, Rockstar молодцы. Я надеюсь, что GTA 4 когда-нибудь и... Пятая выйдет тоже. Почему бы и нет? Возможности современного железа позволяют. Я обещаю тебе, маленький монстр, тебе в этой школе устроят, сука, вырванные годы. Весь следующий год ты будешь просто всасывать. Мне нравится начало. Это действительно классно. Игра стоит, по-моему, 6 или 7 долларов, вы имеете в виду. Так-с. Посмотрим опять же. Я когда помню, купил еще Xbox 360, как раз с ним, я помню, парень мне дал эту пираточку, эту игру поиграть. Я просто охренел, насколько она проработана и эпична была. Я всегда думал, надо бы пройти ее для канала, почему бы и нет, это действительно годный продукт, годнота от Rockstar. Ну что, Джимми, смотри, это теперь будет твоим домом. О боже. Ну что, господа, давайте смотреть опять же. Я думаю, что все-таки играть было бы приятнее, например, на iPad, у кого есть. А там и экран побольше, и приятнее как бы все это дело лицезреть. Так, давайте вникать. Булли у нас. Добро пожаловать в Булворд. Игра на русском языке, русские субтитры, поэтому переживать, собственно, не стоит. Тут много диалогов, много чего интересного. Мам, зачем ты вышла за этого урода? Ты с ума сошла, что ли? Поверить не могу. Ты должна быть Хопкинс. А вы откуда взяли? Мы тебя ждали. Добро пожаловать в Булвордскую школу. Я уверена, тебе тут понравится. Очень понравится. Сосудок. Ладно, я не могу всю жизнь возиться со всякими мальчишками. У меня свой мальчик есть. Хопкинс, директор ждет тебя. В кабинете. Окей, кабинет вон там, мальчик. В главном корпусе. Не заставляй доктора Крэблс Нича ждать. Он чудесный человек. О, да, чудесный, конечно же. Могу сказать, что очень круто все смотрится в плане, если ты смотришь глазами, конечно же, на экран, потому что тут детализация поражает. Двигай Джимми в нужном направлении, водя пальцем по левой стороне. Оп, вот, о боже. Так, ну что, отлично, сейчас попробуем разобраться. Иди в кабинет директора. Чтобы открыть меню паузы, нажмите на радар. Телефон уже начинает изрядно греть. Воу-воу-воу-воу, бичуган, ёпта! Какого хера? Слышь, опарыш, бля, ты что делаешь? Сукин сын, а! Вот упырь, игра лагает, ёпта! Да, такого, конечно, никто не ждал. Такс, чирик, пиздык, сука-ку-ку. Так, падай, ублюдок, падай, последний остался. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, с нами могут жестоко здесь, собственно, разбираться. Так, пока ни одного поймали, я предлагаю отсюда двигать ноги. На радаре старосты обозначены красными точками. Я помню, что на старост лучше не нарываться, потому что эти ублюдки те еще гондоны. Игра, кстати, по-моему, была вроде с русской любительской озвучкой. Могу ошибаться, но вроде что-то такое пытались сделать когда-то. Так, зашли. Нарушение формы одежды. И чё? Чё я могу сделать? Открыть? Так, заходим. В любом случае, нам надо как-то переодеться, если на другом этаже он отображается, понятное дело. Так, чё-то походу тут куча стукачей, я смотрю, что тут как-то особо не побегаешь. Так, если, кстати, зажать экран, то можно смотреть на себя спереди. Вау, чё меня все пинают, а? Говнари какие-то сраные здесь. Ну, понятное дело. Так, а вот и кабинет директора. Здравствуйте, мадам. Блин, я играл в неё лет, наверное, 6 назад, может быть. Давным-давно. Ах да, должно быть ты Хопкинс. Заходи, ёбаный стыд. Давай. Да чё, ага. В смысле, да, сэр, конечно. Отлично, что ж, посмотрим. Ты натворил немало гадостей, не так ли? Вандализм, граффити, сквернословие, хулиганство, неуважение к старшим.
Но ты меня пугаешь, Хопкинс. Да ладно, вам подумаешь? Да ничего подобного я не видел. Никогда в жизни. Хопкинс, ты явно худший мальчишка, которого я когда-либо встречал. Скажи мне, зачем вообще с тобой возиться? Не знаю. Это мое призвание, мой долг. Ты непревзойденный пакостник, а я непревзойденный укоротитель мальчишек. Здесь, в учебном заведении, я превращаю их в достойных членов нашего общества. У меня хорошее предчувствие, мальчик. Предчувствие прекрасной дружбы между нами. И вытри нос, иначе я сам сделаю это. Мисс Денверс, вы уже здесь? Да, господин директор, я принесла чаек. Вы так милы ко мне, мисс Денверс. Вы этого заслуживаете, господин директор? Возьмите вашего друга Хопкинса, покажите ему школу, подберите ему форму, в конце концов. Да, конечно, господин директор. Пойдем, мальчик, у меня нет времени. Ай, помни, нос ученика должен быть чистым. Или ты сам его вытришь, или это сделаем мы. Гениально, черт возьми, диалоги в этой игре просто в мозговносящая жесть. И вот он я, короче, самый поход отвратной школе страны. Подаривший миру многих торговцев оружием, серийных убийц и корпоративных юристов. Настоящий отброс общества, и этот старый урод хочет меня приручить. Увидим, дружок, от меня люди получают только то, что заслуживают. Это хорошо. Новые друзья, часть первая. Ученик Хопкинс, какого хуя тут творится? Беги давай отсюда. Так, блин, какой классный ковер, а? Иди в свою спальню. Так, сейчас нам покажут общежитие для девочек, для мальчиков, насколько я помню. Чё-то какой-то он слишком подвижный. Все нас гнобят и ненавидят, потому что мы дрались. Смотри, тут граффити нарисовал. Охренеть, а? Так, нам вниз надо. Ууу, кто там у нас завизжал так скатиться? Нам написали, что мы сделали, выполнили задание скатиться. Пошли нахрен, ублюдки. Так, выходим отсюда. Ребята, это определенно нужно играть на планшете. Ох, какой, смотри, пухлик няшный у нас. Нажми на радар, чтобы посмотреть общую карту и сведения. А вот и наша карта. 50 баксов, добро пожаловать в Булвер. Ты иди в свою спальню. Здесь есть возможность выходить из школы. Я думаю, многие играли в игрушку. Кто не играл, я сейчас кратко расскажу то, что помню. Да, можно выходить со школы, но если застукают вне, собственно, как говорится, урочное время, могут навалять по щам. Текс, нам надо, короче говоря, вот у нас общежитие мальчиков и общежитие девочек. Пошли посмотрим. Мне кажется, что в эту игру нужно играть либо на компьютере, либо все-таки, предположим, с геймпадом. Потому что управление все-таки телефон нагревается, и если у вас, допустим, дома топят или не топят, тут есть и плюс, и минус. Так, вот, походу, мальчуковая у нас общага. Угадай, сколько время? Время надавать по морде тупому кретину. Все на новенького бейте его. Чё, охуел, что ли? Воу, хорош, молодец. Нажимай кнопки, чтобы выполнить разные действия. Нормально так. Говнаря. Давай захват сделаем. И три удара после того, как ты захватил этого грёбаного подсосника. Сука, ты что, не понял, с кем связался, падла? Да. О, хорош. Победи хулигана. Так, там есть интересная комбинация, смотри, хватить. Хватай. И валить его. О, шикарно. Теперь можно навалять ему, когда он уже находится в лежачем положении. На, сука. Унись его. Давай попробуем. Унизить противника можно только, если у него мало здоровья. Готово. Одного из них мы унизили. Главное это делать с главарем, чтобы потом он соснул. И вся его банда тоже была подсосники. Ты труп, новичок! Ты труп, сука! Эй, вы прекратите! Господи, прекратите это безобразие! Почему не в форме, молодой человек? Немедленно идите переоденьтесь. О боже, со старостой лучше реально тут дела не творить. Пошли. Ну пошли, посмотрим, что там. Перевод, кстати, раньше был реально, по-моему, любительский. А это вроде официальный Rockstar. Эй, ты новичок, что ли? Да, тебе какое дело? Чё кислый такой, братан? Отвали, дурила. Чувак, расслабься, ты какой-то напряжный слишком. Полегче, а то на таблетки посадят. Мне вот посадили, я чуть башкой нахуй не поехал. Охренеть, мне вообще-то пора. Расслабься ты, чувачок, отвали. Слушай сюда, крутыш. Ты заявился в самую суровую школу в стране. Я тебе предлагаю дружбу. Можешь поверить, в таком месте без корешей не обойтись. Так что решай сам, дружить будем или чё? Не вопрос. Клёво, показать тебе, чё тут где.
Это хорошая идея вообще, в принципе. Текс, индикатор здоровья расположен слева от радара. Возьми напиток из автомата. Бара у нас в общаге нет, только автомат с газировкой. Ничего себе, там у них война какая-то идет. Воу! Тихо-тихо-тихо. Он жирного пинает, смотри. Ни хрена себе ребята веселятся. Нормально так, смотри. Давай-давай, Рон Уизли разжиревший. Давай, наваляй говнарю. Господи, как он орет эпично. Так, ладно, где, куда нам надо? Вон сюда, вот смотри. Вот тут, походу, читать объявленица. Как читать объявление? Во. Доска объявлений. Здесь размещаются важные объявления. Постоянно следи за новыми сообщениями. И, по-моему, тут есть вторая страница. Чтобы листать, проведи пальцем влево или направо. Кабинет директора находится на втором этаже. Это мы знаем. Это мы вообще в курсах, как бы. Слушай, тут ребята реально жестко дерутся. Так, возьми напиток из автомата. Какого... Блядь, ты что делаешь, упырь, ебан? Твою мать, а тут какие-то реально все неадекватные бичуганы. Так, подойди к автомату с газировкой и после подсказки нажми... Ага, за бакс ты покупаешь напиток. Если не хочешь лишних проблем, лучше переоденься в школьную форму. Вернись в комнату и переоденься. Давайте, потому что нас тут тупо все насилуют, блядь, пинают нахуй. Так. Я вот не помню, где конкретно... А, вот здесь комнатка у нас. Чудесно, сейчас попробуем. Включить тревогу. Не, я думаю, этого делать не стоит. Так, тут Синсу надо как-то по это самое пофиксить, а то реально неудобно. Переодеваемся. Готово. Сейчас посмотрим, что у нас тут в гардеробе. Так, начальная одежда. Это не то. Голова, туловище. Скажи мне, а как свой комплект? Что у нас свой комплект? Влево и вправо. А. Во! Вот это уже интересно. Вот так, походу, нам и надо переодеться. Как раз школьная форма. Эй, как дела? Ты, наверное, новенький. Я Пит, Пит Ковальски. Джимми Хопкинс, мои дела тебя не касаются. 5 минут назад провел... Уже чуть не грохнули. Даже мои предки меня дольше терпели. Ну, добро пожаловать, Булвард. Круто, из всех нормальных школ меня уже выгнали. Да, и всех нормальных меня уже выгнали. Ибо я тут типа крутой. Кончай корчить плохого парня, дружище. Слышь, что тебя напрягает? Главным образом СДВГ, а также из предки. Школа, в общем, весь мир, короче, напрягает меня. Знаешь, хватит обо мне уже. Гляди, перед тобой общажный талисман. Дамы и господа, представляю вам леди Боя. Главную девочку в школе. Пити, иди досаждай своих воображаемых друзей. Отстань от меня, Генри. Ты глянь. Отстань от меня, Генри. А Гэри, я наконец достиг половой зрелости, теперь круче всех. Че тебе надо? Просто развлекаю новичка. На суровом пути через Булвард. Прямиком за решетку. Слушайте, у меня дела, короче. Так что насчет свалить, ребят? Видишь, что ты натворил, Пит? Джимми уже от тебя тошнит. О боже. Да, вот такие вот дела. Тут можно, кстати, сейвиться. Чтобы записаться, игра сохранена автоматически. Чудненько. Книга сохрани отмечена на радаре, как обычная книжка раскрытая. Хорошо. Чтобы увидеть список доступных заданий, жми на радар. Это твоя школа. Я понял. Вернуться в игру. То есть мне нужно вернуться в школу сейчас будет. Жми на радар. На радар мы нажали, но там ничего, по-моему, интересного у нас. А, вот задача, видишь, это твоя школа. Понятное дело. Так, хорошо. Побежали. Надо учиться. Помни, приступи к заданию, ты не можешь сохраниться. Открыть. Поехали. Фух, побежали дальше. Сейчас посмотрим, что у нас интересного в школе есть. Заодно можно будет немножко освежить себе память. Кстати, когда выходишь, тут подлагивает. Это видно, здесь... Тихо, только в старосту не упирайся. Здесь реальная игра, кстати, фризит, и это довольно мощном айфоновском железе, что не может, как говорится, радовать меня. Так, что за коробка? Можно пинать коробку? Воу! Да, лучистая кола! Такое впечатление, что озвучку делали ребята из Fallout'а. Так, заходим, сейчас надо учиться. Воу, незаконная броня, это не школа! Блять, это не школа, нихера! Черт возьми, я попал в общежитие к девочкам, а туда действительно лучше так не соваться. Я себе, ну, главное, думаю, сейчас в школу пойду. Слишком ванильно для школы, так пошел нахер. Так, со староста реально лучше тут аккуратненько все делать. Начать — это твоя школа. Поехали. Наше первое задание. О, нет! Желтые стрелки указывают на цели. Джимми, покажи этому говнарю! Воу-воу-воу-воу-воу, братишечка! Стой, пешечки! Это шкафчик Рассела. Ну, того верзила, что тебя чуть в больницу не отправил. Ёб твою мать.
Что, будем драться с ним? Если кто-то на тебя разозлится, можешь попробовать извиниться. Чтобы извиниться, нажми вот этот знак. Окей, чувак, я ж не хотел. Некоторые хулиганы потребуют что-нибудь за то, чтобы отстать. Чтобы заплатить ему, нажмите на бабки. На, чувак, никаких вопросов, проблем. Окей. Эй, чувак, в следующий раз не попадайся. Также можно извиниться перед взрослыми, старостами и другими школьниками. Я тебе еще припомню, сук. Так и побежал, походу, видимо, штоптать. Давай залезем к нему и стырим что-нибудь, пусть побесится. Взломайте шкафчик Рассела. Самый говёный шкафчик, по-моему. Такс. Чтобы открыть шкафчик, медленно вращай замок в ту сторону, куда показывает стрелочка. Есть такое дело. Теперь назад. Ух, если Джимми посадят тюрягу, я думаю, там без проблем уже будет что-то взломать. Давай, крути это дерьмо, твою мать. Так, и еще немножко, еще чуть-чуть, готово. Теперь сюда. Нас палят, сука, по-черному. Давай, 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 братишка, давай, крути. Я не знаю, где там еще должна напикнуть. Готово. Так, что там у нас интересного? Бейсболка Булвард Классика. Проблемометр расположен справа от радара. Когда ты совершаешь что-то, там показано. На радаре старосты обозначены красными точками. Следи за ними. Окей, если тебя заметят старосты, они попробуют тебя сцапать. Не-не-не-не-не-не-не, ни хрена. Так, от нас вроде бы отстали, переключились на другого шкальника, и можно двигаться далее. Спрячьтесь от старосты мусорки. Оп. Маскировка включена. Если прячешься успешно, проблеметр, господи. Он исчезнет, короче. Чтобы посмотреть по сторонам, пока прячешься, проведи пальцем и смотри, что там происходит. Гэри поможет тебе осмотреть школу. Чё-то какая-то безумная херня творится. Ты чё, кого ты черного назвал, рыжий хуесос? Пошли нахрен, ублюдки. Пубертатные кретины. Сасыч? Что она там собралась, Сасыч? Чё тут толстый крутится? Тихо, спокойно, выходим. Все нормально. Йоу, красавица. Давайте сделаем комплимент красотульке. Что там у нас было? Воу-воу-воу-воу, братан. Так, побежали аккуратненько. Чтобы все было ровно, гладко, чисто, мармеладно, надо пробежаться за нашим товарищем Гэри. У нас какая-то типа рыбачина. Ту-дум-тум-тум-тум-тум. Алло, гараж? О, нет. Глянь, это придурочная тёлка Юнис. Давай над ней поприкалываемся. Может, не надо? Поговори с Юнис. Давай посмотрим, что из этого получится. Господи, боже мой. О, нет, о, нет. Эй. Он забрал у меня конфеты. Верни мне их, пожалуйста. Пожалуйста. А у него, конечно, голос эпический. Верните Юнис конфетки. Сейчас попробуем вернуть конфет. Так, ладно. Какой-то говнарь забрал у девочки конфетки. Она хоть и сама, в принципе, может кого-либо сожрать, потому что она огромная. Так, тихо. Воу-воу, по-моему, за мной бежит кто-то. Это не хорошо. Так, заходим в туп-залет. Сейчас в сортире явно у кого-то есть. А вот и он, покажи ему круть, Джимми! На нах! Воу-воу, фига, забирай свою шоколадку! Верни конфеты, Юнис, ни хрена себе! Что ты сделал со мной? Чувак у нас кричит, если забудешь главное задание, жми на радар. Так, тихо, не очкуем, сейчас быстро вернем конфетки, чтобы можно было нормально там двигаться далее. Я помню, тут еще учиться надо вообще в школе. Красавица, я бегу к тебе. А вот и сюрприз. Спасибо, хочешь поцелуемся? Трахин-трахин, хочешь? Что-то как-то грубо, по-моему. Ну, боже, я не могу это озвучивать. Ёб твою мать. Как будто тысяча щенят полизала нам яйца. Ух, ладно. Ты чё, правда ее целовал? Твою мать, жалко, что в то время Инстаграма не было, да? Зайди в столовую. Так, пошли в столовку, посмотрим. Воу, чел что-то уронил. Чувак, там что-то упало у него. Аккуратно, не попадайся мне на глаза. Так, что там у нас дальше, давайте посмотрим. Зверинцы, кормежка. Ладненько, расклад такой. Вон там ботаны. Тусоваться с ними западло. На вид безобидные чуваки, но от них можно ждать любой подляны. Библиотека и их территория. А это мажоры. Куча бабла, еще куча самомнения. ЧСВшники, одним словом. Безмозглые вырожденцы, это точно. А вон там типа понтовые пацаны. Считают себя крутыми лохами. Хотят выглядеть охуенно. С ними лучше не связываться, по крайней мере, пока. Они торчат в автомастерской.
Ну и напоследок, качки. Они тут всем заправляют. Держись о них подальше. Да, не боюсь о кучке кретинов на стероидах. Еще поумнеешь. Ладненько, пошли. Ёпта. Вы здесь, чтобы учиться, а не бездельничать. На занятия быстро. А вот это уже интересно. Так, нам как бы пригрозили. Блин, игра, по-моему, 2000... Господи, какого она года? Я уже не помню, пятый или шестой. Или нет, пятый, шестой. Где-то так вот, она реально очень старая. Она была еще, я помню, мы играли на PlayStation 2, по-моему. Она вышла как раз. Следи за временем при помощи часов в верхнем левом углу экрана. Не опаздывай в класс, надо быть до 9:30. Окей. Кто-нибудь скажет, где мой класс? Так, кафетерий, это понятное дело. Сейчас попробуем сразу прибежать. А вот и наш класс. Чудненько, урок химии. Давайте попробуем. Самый мой нелюбимый предмет в школе. Я химию вообще терпеть не мог. Что вы здесь делаете? А, да, урок. Точно. Здесь еще роль играет то, как ты учишься. Точнее, следуйте моим инструкциям, так как сегодня мы будем работать с неустойчивыми химическими веществами. О, заебись. Ай-яй-яй-яй-яй. Это было неправильно. Жми на подходящий значок или проведи по экрану влево-вправо в нужный момент. Окей. Чирик. Ах, твою мать, я не успел. Ладно. Давай еще раз. Надеюсь, что сейчас я про это надо адаптироваться. Я просто помню, на Xbox это было проще значительно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, я же нашел, твою мать, а. Провалено. Первый урок по химии мы сразу с вами завалили. Видишь, как бы, чувствуется, что химию мы точно любить не будем. Нажмите, чтобы продолжить. А, и самое обидное, насколько я помню, что вроде перепроигрывать нельзя, поэтому желательно не лажать в этой игре, и что если вы хотите хорошо учиться, чтобы вас нахер не выгнали. О, безумная школа. Так, ладно, побежали дальше, посмотрим. Не-не-не, чувачок, не прыгай, давай заходи сюда. Так, что у нас на улице творится? Чего у нас здесь? Начать вливайся. Давайте попробуем пройти эту миссию. Вижу, ты ведешь себя нормально. Просто стараюсь влиться. Драками? Безобразным поведением? Это не по-буворотски, мальчик. Да ладно, гнать, что ты чешешь мне тут? Чего? Лапшу мне на уши не вешай, здесь одни хулиганы и психи. Ерунда. Здесь... принято так себя вести. Шутки, розыгрыши. Мое время мы считали за милое дело кастрировать новичков. Прекращай валять дурака, Хопкинс. Веди себя как следует. Можешь, чему научишься. Да, я пойду, короче, ладно. Свободен. Фух. Эй, я видел, как ты лебезил перед начальником. Заткнись нахуй. Пошел ты. Так быть со всеми учительскими любимчиками. Лучше не пи... Ай, бля. Ёб твою налево. А вот это же... это жопно, надо пойти наказать ублюдка, не упусти Дэвиса. Беги, твою мать. Беги, беги, беги. Как прыгать? А, во. Чтобы Джимми побежал пальцем по левой стороне экрана. Бежим, бежим, бежим. Вот сученыш, а? Быстрый, зараза. Дэвис убегает, я пытаюсь бежать. Давай, давай, давай. Так вроде быстрее уже не можем просто. Воу, какого ты шкалера завалил, смотри нахер. Дэвис убегает, понимаю, вон он стоит, сука. Так, сукин сын, вот ты где. Вау, нифига. Тихо, братан. Ты чё, фонарил, что ли? Давай схватим его и повалим. Вот это нормально. На, твою мать. Готово, и критический удар я, к сожалению, нанести не смог. Так, что у нас здесь происходит? Жми на экран. О, да, готово. А вон и Дэвис, новенький, ты сопляк. Это кто еще здесь сопляк? Сейчас мы посмотрим, кстати, кто у нас. Дэвис по-прежнему убегает у нас. О, хорош. Это был хороший удар, между прочим. Пошел нахер, ублюдок. Во, вот это мне нравится. Такие звуки, знаешь, как в старых вестернах, когда огурцы взрывались, но они имитировали звуки выстрелов из револьвера. На, сука. Так, готово. Дэвис, ты где? То есть нас завели, получается, тупо в гараж. Сейчас посмотрим. Ты чё делаешь, черножопый, ёпта? Так, готово. Что? Ох, нихрена, тут реально боевая система, между прочим, очень даже ничего так себе. Можно было нехиленько подраться. Так, газировочку... Можно было его унизить, а как забрать газировку? А, я так понимаю, у нас полное здоровье, нам газировка не нужна сейчас. Идем дальше.
Так, жми на экран. Да. Сразу два говнаря у нас здесь. Сейчас попробуем сначала с одним разобраться. Прикольно, ты уже не такой крутой. Так, чел, иди сюда. И сразу валим его. Здесь, по-моему, есть секция боевых искусств, так что можно будет учиться разным новым приемам. Сюда пошел, падла, да давай, схвати его уже. О, хорош. Знаешь, от такого падения можно нехило, как бы, по голове-то больно получить. Давай, на, отлично. А, учеба начинается, вот это херово. Дэвис. Воу, можно бросать кирпичи и крышки во врагу, чтобы поднять оружие, нажми. Ни хрена. Так, подожди, надо же еще подойти, во. Поднимай. Поднимай, поднимай, поднимай. Готово. Сука, больно же дамажит. А как бросить-то? Ох, шикарно. Сучий потрох, а? Он обстреливает нас рогаткой. Давай еще раз возьмем. Так. Ну куда ж ты, вандализм? Вандализм нам сейчас абсолютно не нужен. Так, уходим. Дэвис, сейчас, подожди, я развернусь. Ты же понимаешь, что не все так просто у нас тут. Оп, шикарно. В принципе, я думаю, где-то раза три, наверное, попасть будет нормально в него. Дай, блядь, подними, Джимми, поднимай кирпичик. Во. Хуяк, отлично. Насколько я знаю, вроде убийств там каких-то расчлененок здесь не будет вообще, в принципе. Успешно выполнил задание, получил рогатку. Чудесно. В зависимости от задания, ты получишь положительное или отрицательное отношение тусовок. Чтобы увидеть свой рейтинг отношений с тусовками, нажми на радар и перейди на страницу статус. Чудненько. Посмотрим доступные задания. Ух ты! Игра сохранена. Что здесь вообще происходит? А пообщаться можно с вами? Давай комплиментишко сделаем. Чуваки, это какие-то модные поцики. А, с которыми лучше как бы не тусоваться. Не-не-не-не-не, ребята. Нет-нет-нет-нет. У нас как бы занятия идут, а за прогулы здесь очень сильно дрючат в этой школе. Она и так особо не подарок, а если будешь еще хуево себя вести, можно действительно схлопотать. Мне не очень понятно, почему игра фризит. Она, по идее, не должна лагать. Но, с другой стороны, это полноценная игрушка, которая выходила у нас на консоли. Так что удивляться, наверное, тут нечему. Так, я там не пройду, там у нас староста стоит. Надо искать какие-то другие пути. Вот здесь вот, например. Давай, оп. Ты залезешь здесь? А, я так понимаю, что, видимо, Джимми здесь залезть не может. Че, вообще никак? Твою мать, а! Так, у нас прогулы числятся, а это не есть хорошо. Так, погнали быстро, попробуем хотя бы до школы добежать. Давай, братан, давай. Блядь, там староста, ой, дерьмовенько. Ой, как нехорошо-то. Давай быстро. И дождь начался. Тихо-т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 ихо. Я уже бегу в школу. Я бегу в школу, сукин. Сына, твою мать. Ребят, что-то у нас погода беда какая-то. Можно попалить, что там сзади. За мной уже бежит какой-то хер. Твою мать, а. Во-во-во. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Я не хочу с тобой драться. Отпусти меня. О, хорошо. Погнали. Либо в общагу надо. Я не помню, куда конкретно. Рогатка, грамматика у нас. Ёб твою налево. Так, вернуться в игру. Бежали. Ай, нехорошо опаздывать, нехорошо. Так, побежали. Давай, 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 давай. Заходим. Фу, ну в школе опять же у нас лажа. Так, урок здесь, урок наверху. Подожди, а что у нас еще есть? Рогатка. А, типа можно потестить, где, как, что делать. Давайте пойдем в общагу, да. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, братан, не агрессируй. Побежали. Будут искать, будут искать, будут наказывать, потому что первый же день мы с вами прогуливаем второй урок. Так, тихо, давай сюда. Я не знаю, в бой они не зайдут, наверное, ну нашу общагу, в принципе. Так что все окей. Заходим. Фух. Обращи внимание на мигающие доски объявлений. На них можно отыскать полезную информацию. Начать рогатка. Ну как тебе идея? Ничего тогда? Да, конечно, я все сделаю. Эй, чувак, как оно? Так себе. Я тут излагал Питу свою идейку. Хочу захватить школу. То есть, я хочу, чтобы мы захватили школу. Что за план? Не бойся, Джимми. Этот жестокий мир, друг мой. Здесь выживают как хотят. Если ты сильный, нужно избавиться от слабаков. Вообще, чуваки, представьте планирование. Чё? Через плечо, твою мать. Других слов не знаешь, что ли?
Знаешь, Питти, ты был прав. Джимми реально туповат. Ты что там вякнула? Полегче, полегче, полегче. Я в том смысле, что надо быть тупицей, чтобы не понять, что надо делать. Релакс, братаны. А он в смысле, что мы... Ты что, либо тупой, либо у тебя в башке каша из-за проблем в семье. Чё ты вякнул, коротышка? Ладно, чувак, остынь. Не-не-не-не. Гэри выдирает слова из контекста. Ты просто гонишь твою мать, Питти. Это нехорошо. Знаешь, что мы делаем с теми, кто врет? Нет-нет, я не вру. Мы бьем их по яйцам. Жестокое дерьмо у нас тут творится. Пошли, Джимми. Давай глянем, что способна твоя новая рогатка. Не волнуйся, друг, я все замечаю. И все слышу. Вместе мы горы свернем. Я думаю, что на этой чудесной ноте, друзья мои, мы закончим знакомство с мобильной версией игрушки. Если вам понравилось и вы хотите прохождение уже дальше, но на ПК, чтобы было более-менее удобно играть, более-менее понятно, что здесь как-то оно реально стрёмно работает. Не забывайте ставить лайков. Чем больше лайков, тем больше шанс, что мы с вами пройдем игрушку. Это был Булли. Всего хорошего, увидимся, услышимся. Пока-пока.